Всем привет! Сегодня 7 июня, Московская область. К нам пришло тепло. Передают днем до 25 градусов тепла, а ночью до 13. Но дожди идут каждый день. Вчера единственный день не было дождя, а сегодня уже в 5 утра он прошел. Такой хороший дождик. А я только начинаю высевать морковь и свеклу. Обычно я делаю это в 25-26 числах мая, но высевать не было смысла, потому что ежедневные дожди и плюс еще очень холодно. Поэтому первый раз буду пробовать сеять в июне, в начале июня. Раннюю морковь я не высевала для раннего употребления, потому что вот морковь еще у меня осталась зимняя. Я ее храню в погребе в песке. Свекла у меня тоже неплохо сохранилась. Это все урожай прошлого года. Поэтому сейчас посев я буду делать только для хранения. Я думаю, что эти числа тоже подойдут, потому что у меня соседка всегда каждый год высевает эти культуры 6 июня. И говорит, все отлично. Ну, я буду это пробовать 7 июня. Второй год уже высеваю гибрид Дордонь. У меня в прошлогоднее есть видео сбора урожая. Отличная морковь. Хранится хорошо, сладкая. Она средних сроков созревания. Для моей земли она подошла отлично. Поэтому ничего нового пробовать в этом году не буду, а посею ее же. Вот два пакетика. И также морковь Болтекс. Тоже прошлый год я ее высевала. Очень она мне понравилась. И тоже для моей земли она подошла. Среднеспелый сорт. Отлично. Два года назад высевала свеклу Детройт. Тоже она мне понравилась. Решила в этом году посеять. Буду сеять ее два пакетика. Семян очень мало, всего лишь 1 грамм. Это французская линия. Без колец, сладкая, я помню, отличная. И если останется место, еще подсею немножечко свеклы цилиндра. Она мне тоже очень нравится, этот сорт. Высевать корнеплоды буду на эту же 6-метровую грядку, как и в прошлом году. Ширина ее 80 сантиметров. Я ее вчера вечером приготовила, то есть удалила весь сорняк, взрыхлила плоскорезом. Я высокие грядки никогда не копаю. Земля после утреннего дождя влажная. Если вы заметите, она такая светловатая, потому что здесь добавлено довольно-таки большое количество песка. Корнеплоды любят расти в песочной почве. Строчки делаю я вдоль всей грядки. Их у меня будет 4 строчки. То есть высеваю не поперек, а вдоль. Мне так удобно. Борозды готовы, я их уплотнила рукой, проливать не буду, потому что довольно-таки сырая земля. Первый гибрид буду высевать Дордонь, семян здесь мало, всего лишь 0,5 грамм. Они обработанные, и сеять их одно удовольствие. Высеваю сразу на расстоянии и как бы в шахматном порядке. Это я делаю для того, чтобы мне потом ее не прореживать. Я в прошлом году также высевала и проредила за сезон всего лишь один раз. Поэтому лучше я сейчас посижу, пораскладываю, чем мне потом все лето ходить ее продергивать. Ну и тем более семян уходит намного меньше, если сразу на расстоянии сеять. Обработанные семена очень легко высевать, их видно на черной земле. В общем, сейчас кропотливая работа. Следующий сорт буду высевать Болтекс. В пакетике уже 1 грамм. Они также обработаны, но
обработка другого качества, и они такие более мелкие. Высевать их более проблематичнее. Ну вот один пакетик такой у меня уходит на одну строчку, чтобы засеять. Дордонь по 0,5 уходит один пакетик на одну строчку. То есть посеяла две строчки дордони, и будет у меня одна строчка болтекса, и последняя строчка это свекла. С посевом корнеплодов я закончила. В общем, на две строчки у меня ушло два пакетика дордони, на одну строчку один пакетик болтекс и одну строчку два пакетика свеклы Детройт. Свеклы высеваю в этом году намного меньше, потому что у нас семья, она не так идет хорошо, как морковь. В основном только мы ее едим в пост, а так лежит. Поэтому решила в этом году поменьше посеять. Цилиндры не поместилось, жалко. Но, может быть, куда-нибудь я ее и пристрою, семена. Поливать землю я сверху ничем не буду. Ну, во-первых, она влажная. Во-вторых, уже через часик опять будет дождь. Ну что ж, посмотрим, что у меня получится с этих июньских посевов корнеплодов. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока.